конкуренты есть. Это естественно, их много. Мы выходим на транспортный рынок, где есть авиация, где есть железнодорожный транспорт, где есть автомобильный транспорт, есть конвейерный, трубопроводный, и можно продолжать, там морской, речной, это монорельсовые дороги, там трамваи, троллейбусы, метро, это наши конкуренты. И естественно, когда ты выходишь, конкурентам это не нравится. Ну, я думаю, главное, им не нужно сильно надоедать. Видно, дизель все-таки сильно достал конкурентов, они взяли и утопили, чтобы не мешало. Поэтому не надо ходить там, предлагать. Мне иногда говорят, а что ты в Siemens не пошел? А почему ты вот туда не обратился? Ну, понимаете, то же самое, что, допустим, забрел я железную дорогу, а мне говорят, слушай, вот там конюшня есть, гужевой транспорт, это же транспорт, иди туда, они же, наверное, тебя поймут, поддержат. Ну да, можно прийти в конюшню. Может быть, даже там министр гужевых будет наук, там, или транспорта, или там доктор гужевых наук. Первое, что он спросит, а где овес, а где сено, а где хомут, а где телега, какие-то железяки, какие-то колеса, какие-то рельсы. Знаете, что будет? Либо разберутся с тем, кто предлагает, либо, может быть, возьмут, купят, а потом положат под сукно. И это направление будет развиваться. Поэтому, да, мы создаем конкуренцию, но мы работаем независимо, самостоятельно и никому не мешаем, на самом деле. Поэтому мобильная связь, кому она помешала? Или надо было разработчикам прийти в МГТС и сказать, слушайте, давайте вместе сделаем мобильную связь, вот и сделали бы они. Но это не мешает сейчас и тем существовать. Поэтому конкуренция есть, но при разумной политике. Это нормально. Мы живем в мире, где конкуренция позволяет двигаться вперед и создает вектор развития цивилизации.